Ребята, всем привет! Меня зовут Сагер Ван, а это мой канал Мистер Кэт. И сегодня я обновляю свою информацию по самому невероятному, самому имбовому мечу в игре Skyrim. Ребята, вот он этот меч. Ну вы скажете, черт! Это же тот же самый имбовый порыв ветра. Да, друзья, да, это он. Но это не просто меч, друзья. Это меч, который... Вау, какой имбовый! Вы представляете, у него есть скрытый талант. Это ошеломление. Когда вы наносите один удар, то противник просто падает в стан. Только смотрите, друзья, только посмотрите. Не знаю, сколько им играл, но как-то не задумывался, что он может такой эффект наносить. Таким образом, друзья, если у вас в навыках прокачана перка, вот она, двойной вихрь, это атаки с двух рук на 35% быстрее, то вы просто-напросто берете в обе руки оружие и махаетесь еще быстрее. Еще быстрее, таким образом станы выпадают просто намного быстрее, и противник ничего не может сделать. Друзья, это работает также и на драконах. Давайте проверим. Ну вот, мы как всегда. Двуглавый пик. И что тут у нас за дракон? Нет, жалко, что не легендарный. Так, дорогой, а ну приземляйся. Вау. И смотрим. Да, друзья, он станется. Он, черт подери, станется. Самый невероятный, самый обалденный меч в игре Skyrim. И как же его получить, друзья? Как его получить? А получить вы сможете его только в том случае, если начнете проходить Темное Братство. И в самом-самом-самом конце Темного Братства, сейчас покажу где. Темное Братство, когда будет завершаться, вам надо будет убить Императора. И появится корабль под названием Катрия. Вы на него проберетесь. И самое главное, друзья, самое главное, чтобы вы вот сюда запрыгнули и прошлись по вот этой вот мачте. И здесь будет торчать этот легендарный меч. Друзья, но он самый лучший, самый невероятный, и мне очень хотелось бы проверить на Эбонитовом Войне и на Карстаге. А давайте проверим. Ух, друзья, самый мощный босс. Мне просто интересно, будет ли он станется? Потому что обычно он никогда в стан не падал, только с помощью определенных манипуляций. Ну что? Да, друзья! Он впадает в стан! Он впадает в стан, и вы без проблем его убиваете. Господи! Порыв ветра, это что-то нечто! Понимаете, что это никакой не паралич. Это что-то лучшее. Вы просто бесконечный. Плюс его не нужно заряжать, понимаете? Его совершенно не нужно заряжать. Играйте так, как вы хотите. Хотите с таким бесконечным станом, то играйте. Ну, это реально имба, друзья. Это как ни крути, но реально имба. Порыв ветра. Лучший меч. Давайте на Эбонитовом войне. Давайте на Эбонитовом войне еще проверим. Ну что, друзья, и вот наш дорогой эбонитовый воин. Малыш. Не стоило сюда приходить. Не стоило? Да, друзья, да. Так же победить этого воина с этим мечом не составит. Совершенно не составит вам труда. Слушай, а такой стан работает? Давайте уберем второе оружие. Такой стан работает. Господи, это лучший меч в игре Skyrim. Также, друзья, вы просто-напросто можете его улучшать. Ну, всеми знающими способами. Берете
Идете в кузницу и улучшаете. Качаете кузнечное дело и улучшаете. Изучаете алхимию и улучшаете его в 10 раз. Как его можно улучшить, можете найти в плейлисте «Секреты Скайрима», друзья. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, что вы, блин, думаете об этом. Обалдеть. Он лучше, друзья. Он реально лучший. У него скрытые свойства, и я все равно не пойму. Почему? Ну вот почему? Вау!